Алексей, добрый вечер. Добрый вечер. И снова я. Да. Или вы должны были сказать, и снова я. И снова я. Отлично. Назовите три главных качества, которыми должна обладать настоящая краса Российской империи. Ух ты, это не самый простой вопрос на самом деле. Какими качествами должна обладать? Конечно, я могу размышлять как мужчина, да? Но вот, опять же, субъективное мое мнение, какая красивая девушка для меня или для кого-то еще. Но в данном случае краса. Все-таки она должна нести какое-то, я не знаю, ощущение полета. То есть она должна быть, наверное, какая-то воздушная, умные глаза красивые, в которые хочется заглядывать, как в океан. Я не знаю, смотреться в воду, я не знаю, в горизонт, что там еще может быть. Ну и, конечно же, да что мне вам, молодой человек, объяснять, что так, какая должна быть красота по-русски, по-советски, я не знаю. Ну вот смотришь просто, говоришь, красиво. Вот, например, стоит девушка, красиво.